На Кумысной поляне зимняя сказка. Как только выпал снег, саратовцы отправились на прогулку в лес. Заодно прихватили с собой камеру. Получилось очень атмосферно. Прибавьте громкость и послушайте звуки леса. Правда, таким изменением погоды радуются не все. На Гвардейской в районе 5-й дачной снег упал с крыши жилого дома. При этом снес за собой кровельное ограждение и чуть не убил бабушку, рассказывает автор. В комментариях советуют быть внимательнее и удивляются, почему пенсионерка гуляет по улицам во время карантина. Про профилактику коронавируса не забывают и муниципальные службы. К примеру, в одном из автобусов 11 маршрута водитель не закрыл двери. Пользователи сети шутят, на ходу проветривает салон. Защита от вируса 101%. И в завершение покажем звездную ночь. Такую красоту можно увидеть на утесе Степана Разина. Автору явно потребовалось несколько часов, чтобы сделать это видео. Загадывайте желания на падающие звезды, и они обязательно сбудутся.